После того, как мы съели запеканки, кстати, очень сытно, я решил погулять по Казимежу. Я, насколько понял, это он. Тут еврейский квартал. Вот оттуда мы пришли. Тут, конечно, лучше ходить с гидом, но времени мало, у нас его нет. Поэтому будем смотреть сами. Снега почти нет на улице, но очень как-то холодно, зябко. Руки замерзают быстро. Вот смотрите, как здесь все выглядит. Скорее всего, нужно идти туда. Я вижу там какое-то красивое здание. Это синагога. Тут их много. Вот там вдалеке, наверное, еще одна. Вот это здание вблизи, которое я увидел. Оно мне издалека казалось больше. Вот улица туда продолжается. И вот здесь очень красивый вид. Везде шестиконечные звезды. Очень много иностранцев. Ну, кстати, много и наших соотечественников. Везде практически русская, украинская речь. И очень многие поляки здесь понимают по-русски. Я даже спрашивал, как пройти. Мне часто отвечали на русском. Ну, на ломаном, но все понятно. Вот примерно такой квартал.